завтрак туриста, который пожалел деньги на отель. Едем в город. В Сиде сегодня у нас новый выпуск. Поехали в город. А ем мы тут в автобусе. Смотрите, как. Все, доедем, все покажем. Едем мы вроде как выбирать кожу. Да, в городе уже, да, посмотрим там, что да как. Раз так, все, мы выходим. Мы как туристы уж снимать будем. Как? Ну да, как туристы мы уж. Здрасте. Мы, ой, раз, наверное, седьмой. Выбора много, да? Так, присесть нам, да, пока что? Или что? Или... Выбор очень много тут. Выбора моря. Так, ребят, дальше мы ходим, выбираем. Здесь сумки у нас всякие. Сейчас выбираем. Сейчас скоро уже выберем. Нам молодой человек вот помогает тут. Рассказывает. Ну вся бычья, да, говоришь? Все, мы выбрались. Оттуда слаб торговцев убежали. Ой, предлагают сегодня там шубы нам. Да-да-да. Текстиль разный, вы уж это знаете. Все, выбрались в город мы. Идем потихоньку к достопримечательностям турецким. Погода у нас жарючая. Чувствую, мы сейчас до нитки промокнем. Все, идем, ребят, что сказать. Здрасте, здрасте. Так что сейчас нас все будут приглашать к себе попить кофе турецкий. Вокруг кафешечки, ресторанчики. Вроде бы в основном без масок ходят. Мусорок только нигде нет. Все, намазались мы кремом, чтобы не обгореть. А то по сачам, помните, как раки мы были. Так что мы уже в этом деле опытные. Тут кафешки, рестораны. Идем в сторону набережной. Тут я как понял, нас привезли именно торговые центры. Не старый город, а торговый центр, где бутики всякие. Сейчас подумываем, мы, может, уехать с ними же, кто нас привел. Ну, привез в бутик. Ну не знаю, согласятся ли они, да, Гузель? Они же такие. Типа, если ничего не купили еще, так это вообще. Если бы купили, вот, да, можно было. Выбирали, выбирали, смотрели. Ну, что-то так. Пуховичок там какой-то, даже не кожаный. Сколько они сначала? 900 долларов даже. 900 евро. 72 тысячи. 72 тысячи. Потом сошлись на 20 тысячах. Но как бы это они сошлись. Мы-то даже и не хотели.
Так что правильно говоря, торговаться надо. Можно, конечно, выторговать. Также сумка начиналась у нас сколько? $100, потом 80, за 40 готовы были. Ну, мы что-то перехотели уже. По поводу, говорят, это пожаров, что-то запаха дыма нету. Вроде как не замечали мы, может, прошло уже все. Просто когда летели сюда, побаивались. Говорили даже в Манавгате же, недалеко. Там леса горят у них. Не знаю даже. В Бодрум не полетели из-за того, что там пожары. Ну, вроде сейчас утихло все, потушили, наверное. Потому что ничего, пепел в море, говорит, слетает тоже. Ничего этого не видели мы. Как обычно все. Хоть и жара. В аренду скутеры. Ценники, наверное, тут завышены. Ну, потому что более туристическое такое. Ну, в принципе, конец сезона. Должны скидки делать. К торговым рядам доходим. Как-то мы тут были, да, походу, вот на набережной. Помнишь, там тоже торгашей в море. Я вот сегодня вот это вот, типа, мы торговались чуть-чуть. Мне уже на сегодня хватило. Угу. Что-то я вообще уже торговаться, ну... Сил уже докончилось торговаться. Просто готов уши закрыть и идти. Русский язык. Цены в лирах. Экскурсии. Раритет. Тут у них звезды, походу, да, какие-то прилетают. Да, я вот помню это все. Тут мы ходили, гуляли, внизу там уже. Здрасте, здрасте. Только мы напрямую шли, да, как я понимаю? Все, как я понимаю, там уже спуск вниз. Старый Сидей, он где-то тут же, да, получается, тоже? Да, вот он, старый город. А, вот старый город, да. Античный, да, типа город, что ли? Камеры я не верчу больно, чтобы вы не ругались, не жаловались.